Всем привет! Ну что, пришло время подготавливать нашу квартиру к съезду, и я начинаю потихонечку с кухни. Сегодня, например, я помыла целый холодильник, в то время, когда нас не было, у Сережи там что-то случилось с морозилкой, короче, там слиплось все мясо, все потекло, и пришлось все размораживать и вымывать эти полки. Вот, также разобрала еще сам холодильник, тоже помыла его, чтобы уже перед тем, как мы будем съезжать, было просто меньше забот и хлопот, чтобы холодильник уж точно не мыть. Ну, а я постараюсь удалить все следы жизни в нашей квартире за эти 2 года. На самом деле, в этом влоге покажу косячки, которые мы за собой оставили, к сожалению. Ну, как бы тут уж ничего не поделаешь. Мы же жили в этой квартире, мы пользовались всеми возможными вещами, я не знаю. Мы пришли с Алисой в кафешку, так сказать, на завтрак, но я на самом деле дома еще. Я хочу попробовать матчу. Я ни разу не пробовала. Вот интересно, что это за напиток такой. Так, пробуем матчу. Вкусно. Она это, ну, клубничная заказала. Вообще офигенно. Мне нравится. Приехали сейчас смотреть квартиру. Не знаю, можно ли это будет снимать или нет, но в любом случае я вам сейчас покажу фотографии, когда уже мы оттуда выйдем, когда я буду говорить свое мнение. Пока ждем арендодателя. Смотрите, какой тут вид на горы, шикарный. Вот, ну единственное, что уже сразу могу сказать, здесь так ветрено, то есть такой прям ветродув. Блин, какая здесь кайфовая площадка. Мы вот только что вышли после просмотра квартиры. Короче, мы сразу, конечно же, решили опробовать здесь площадку. Блин, только ради площадки. Ну, ради площадки. Можно снимать здесь квартиру. Не, ну, конечно, есть свои минусы, свои косяки. Сейчас мы вам о них расскажем. Хотя Сереже понравилась квартира. Мне чуть поменьше, но... Ну, сейчас расскажу, короче. Короче, мы уже шли обратно, и нам позвонили еще с одной квартиры, и мы решили вернуться и ее тоже. Доброе утро, у нас уже следующий день. Мы вчера вернулись достаточно поздно, надо было еще ужин приготовить. В общем, короче, сил не было от слова совсем. Как вы поняли, мы вчера посмотрели всего 2 квартиры, и мы так устали, это просто какой-то ужас. Да, у Эми у нас еще, в общем, короче, сохраняются сопли, она у нас так немножко, ну, уже как бы без температуры, но все равно тоже герой, потому что тоже ей надо было это все вместе с нами пройти. Начнем тогда с первой квартиры. Нам она на фотографиях очень понравилась. Мы созвонились с владельцем тут же, он нам согласился ее показать, буквально мы там день в день поехали ее смотреть. На фотках она была классная, но в жизни... Вообще не так, потому что там ремонт только-только закончен, и видно, что люди даже не помыли там, ну, просто поверхности, какие-то полы, там, не знаю. Ну, в общем, видно, что все в такой вот прям даже пыли, в какой-то краске. Кухня мне не понравилась, на фотках она выглядит классно, но холодильник такой не супер большой, но в целом вместительный, машинка очень старая, грязная, хоть на фотках это не особо видно. Плита новая, но она такая, знаете, прям, ну, намного хуже, чем наша, например, которая у нас сейчас. Комнаты хорошие, да, в комнатах классная мебель, там, ну, как бы стандартная, плюс-минус во всех таких квартирах, в нашей ценовой категории плюс-минус стандартная мебель. Нету вот этого армянского шика, как бы просто обычная мебель. Вот, но мне не понравилась кухня, а мне на кухне проводить, скажем так, основное количество времени, для меня это важно. Вот, Сереже понравилась эта квартира, она действительно очень большая, на 100 квадратных метров, мы спокойно в такой квартире там можем оставить, ну, наших родственников, которые к нам приедут, друзей и так далее, то есть можно вообще, блин, семьями жить в таких квартирах, 2 санузла, кстати. Короче, по стоимости эта квартира стоит 280 тысяч драм. Ну, мы вышли, и сначала мы, конечно, такие были все окрыленные, нам понравилось, но потом я Сереже стала говорить, что мне не нравится кухня, и как бы...
Ну, то, что там пыльно, ладно, пофиг, там можно, в принципе, убраться, но мне не нравится кухня, потому что, ну, типа, нам там долго жить, в следующий раз, надеюсь, мы там не скоро переезжать будем, ну, по крайней мере, год мы точно будем жить в этой квартире. Когда мы вышли, мы пошли на детскую площадку, вы видели, она там обалденная, офигенная, вот, блин, площадка вообще покорила мое сердце. И пока мы стояли на площадке, я говорю: Сереж, давай я сейчас еще посмотрю какие-нибудь квартиры именно в этом доме, может быть, еще заодно что-то посмотрим. Каким-то просто чудным образом мне попадается квартира, которую я вообще даже ни разу не видела в объявлениях, то есть я объявления мониторила каждый день, я ее ни разу не видела, хотя выставлена она была со 2 сентября, аж почти уже месяц стоит. По стоимости она тоже стоит 285 тысяч, на 5 тысяч дороже, находится в соседнем доме, мы, короче, давай звонить, вот, они сказали, что звонят нам, потом что-то, то ли они сегодня не могут, то ли что, и мы, в общем, короче, уже думали уходить, и, собственно говоря, начали уходить. Мы когда уходили, нам важно было пройти путь с коляской, посмотреть, какие дороги, где что идти, где какие-то, может быть, съезды, магазины, не знаю, ну, короче, протоптать себе там путь. И мы идем, где-то на половине дороги нам звонит человек и говорит, типа, можете сейчас, там, через 15 минут подойти, можем показать квартиру. Мы такие, да. Мы развернулись обратно и пошли. Квартира нам очень понравилась. Она, по сути, такая же по расположению, плюс-минус, тоже 100 квадратных метров. Но видно, что в эту квартиру намного лучше вложились. То есть там хорошая духовка, хорошая плита. Мебель плюс-минус такая же. Тоже там 2 санузла, 3 комнаты, получается, раздельных, 1 гостиная, 2 спальни и 1 кухня, достаточно большая. На фотках она выглядит меньше в жизни, она намного больше. Самое главное, не знаю, ну, мне прям очень хотелось хороший вид из окна, может, потому что мы там больше года жили с таким видом, как у нас сейчас на стройку. Там обалденный вид из окна на горы, на парк, просто супер. Эми, там давай забираться на диван вчера, ну там в обуви все смотрели, короче. С ребенком смотреть квартиру — это еще то удовольствие, только и смотришь за ребенком в этой квартире, чтобы он ничего не сделал. Короче, в этой квартире еще пока не хватает стиральной машинки, не хватает холодильника, но они сказали, что они это все уже заказали, все закупят. Вчера созвонились уже с владельцами этой квартиры, поболтали, поговорили. И я думаю, что 99%, что мы остановимся на этом варианте. Мы должны были сегодня еще одну квартиру поехать смотреть в другом немножечко районе. Вот, но не знаю, там какой-то немножко странный хозяин, потому что мы созвонились, и он... Ну, как бы начал нам говорить, что телефонный разговор был такой, там, вот, во сколько вы можете, мы говорим, во столько-то, он такой говорит, ну, вы точно уже хотите, типа, снимать эту именно квартиру? Мы такие, да нет, ну, как бы нам надо посмотреть, походить, мы там определиться хотим. Он такой говорит, ну, квартира очень, типа, так, в точь-точь, как на фотографии. Нет, ну, это как бы понятно, но, блин, надо же в жизни посмотреть, вы же будете там жить год, я не знаю. В общем, квартира выглядит вот так, стоит она 270 тысяч, 55 квадратов, вдвое меньше, чем мы хотим снимать, но в то же время я хотела, чтобы гостиная была совмещена с кухней, но с другой стороны, если к нам приедут родители, то им негде оставаться, если только как в гостиной, ну, это как-то не очень удобно, как по мне, вот, поэтому, конечно, выбирая из этих двух квартир, наверное, лучше выбрать та, которая 100 квадратных метров, я, конечно, не представляю, как я ее буду убирать. Вот, ну и плюс еще пару минусов в той квартире за 100 квадратов, рядом нету аптек пока что, то есть там только-только этот ЖК построили, там пока нету аптек, там пока нет никаких продуктовых рядом, то есть как бы все, придется только идти, вот. Ну и, кстати, идти до магазинов, до садиков, до всей вот этой инфраструктуры полчаса где-то, пешком, ой, или пару остановок на автобусе. Нам тут дедушка подарил Эми вот такой подарок на 1,5 года. Ну как, дедушка просто деньги подарил, а я заказала этот столик и стульчик, потому что нам это было уже необходимо. Из Москвы мы не стали доставкой доставлять, потому что он тяжелый. И дешевле было просто с Wildberries заказать. И вот я заказала такой столик. Самый обычный, самый... Ну, дешевый, если так можно сказать, из тех, которые там были. Вот, ну, он хороший. Качество мне нравится. В целом устойчивый такой. Ну, чуть-чуть шатается, но это нормально для таких столиков и стульчиков. Вот. Эми нравится. Будем заниматься, да, на нем?
Да, вот наша боль. Я вам не показывала. Ну, в общем, мы когда будем съезжать с этой квартиры, не знаю, сколько мы будем платить за эту стену. Ну, в общем, у нас здесь была наклейка, как вы помните. Это даже видно сейчас. И мы, когда ее стали отклеивать, у нас начало все отклеиваться вместе с краской от стены. Вот, не знаю, сколько это будет стоить. Ну, как бы Сережа говорит, что, ну, отдельно вот этот вот квадрат не покрасишь, надо красить всю стену. Ну, стена здесь где-то в районе 10 метров. Ой, 10? 10 квадратов. Да, 10 квадратов. И чего дать? Какую печеньку тебе дать? Какую печеньку тебе дать? Деда купил. Мы его пока сюда поставили, этот столик. Не знаю. Пока, наверное, здесь будет стоять. Но в любом случае будем переезжать, там уже будем перестановочку делать. Сегодня нам предстоит убраться в коридоре. Здесь основная проблема в том, что мы коляской задевали стены, и их нужно хорошенечко прям так помыть. Ну, помимо того бардака, который вы наблюдаете, просто на самом деле здесь куча вещей, все это свалено. И да, я сегодня это все разбирала, что-то выкидывала, что-то оставляла, что-то откладывала. В общем, да, вся проблема в том, что просто очень-очень много вещей, которые просто непонятно куда девать. Сходили только что с Эми в магазин. Я хотела вам похвастаться своей новой сумочкой. Мне ее Алиса на день рождения подарила. Блин, я так давно хотела вот что-то подобного плана, чтобы просто убрать телефон, там, деньги, не знаю. Такая она маленькая, и гулять, например, с Эми по площадке очень удобно. Пойдем. Пойдем. У нас вот в этом углу стояли коляски. Эми, встань, пожалуйста. И как раз мы постоянно колесами задевали стену эту, и она была супер грязная. И сейчас прям хорошо так оттерлась. Конечно, не идеально. И вот это вот, если что, это тень от курток идет. То есть, если выключить свет, все равно тень. Ну, в общем, короче, вы поняли, что прям получше со стеной стали дела. Вставай, Эми. Вставай, будем спать. Пойдем спать. Да, и здесь вот так вот все разобрала тоже аккуратненько. Давай насыпаем песок. И делаем куличик. Так, теперь переворачиваем. Дверь. Тук-тук-тук. Та-дам! Мама нам подарила вот такой кинетический песочек. Отправила нам его посылкой. И он такой тяжелый, но он такой залипательный, он такой приятный. Прям вообще невозможно. Никита! Есть, конечно, один минус такого песка. Что теперь он по всей квартире. Вот, и обязательно надо потом пылесосом после таких игр проходиться. Но для развития я вообще считаю это супер. Ну, здесь просто у нас нету никаких песочниц. Если в Москве не было таких проблем, в России, в принципе, песка много, песочниц дофига, то здесь почему-то с этим и какие-то проблемы. Песочниц нет от слова совсем, а если они есть, то... Короче, у нас одна песочница находится в лесу, и мы когда с Эми там копали-копали, мы кое-что раскопали, как вы понимаете. Вот, поэтому после такого я туда не хожу. Это... А еще, кстати, я нашла здесь соляную комнату у нас здесь на районе, в этом торговом центре. И мы, может быть, на следующих выходных сходим, пока еще не переехали отсюда. Там она, получается, я вам фотографию, может быть, если найду, вставлю. Там, получается, песочек прям по всей комнате. Ну, и она, типа, по бокам соляная. Не знаю, насколько она реально полезна, но песка там много. Вот, и сейчас я просто на Ютубе набрала видео, типа, как играть с кинетическим песком. Хоть какие-то идеи. Вот одна из идей была делать куличики. Теперь можешь раскапывать рыбок. Первую рыбку нашла. Молодец, давай. Еще там, еще 4 рыбки, по-моему. Вторая игра с кинетическим песком — это что-нибудь туда закапывать, и ребенок должен искать.
Давай, ищи. По-моему, там есть какая-то рыбка. Ух ты, оранжевая рыбка. Еще так, рыбка. А еще где? Где-то вот здесь, по-моему. А, далековато, далековато, тебе неудобно, да? Вот, зеленая, молодец. Так, а где еще у нас рыбки? Ух ты, сама достала. Желтая, давай. Ну все, по-моему, все. Сама забыла. Да, все. Так, у нас тут есть подарочек, мы не знаем, что там внутри. У нас этот mystery box. Сейчас модные такие распаковки. Короче, мой брат отправил нам посылку. Я не знаю, что там. Эми, тебе подарок. Открывай. Открывай сама. Ух ты! Что это? Вау! Я уже вижу, что это подарок. Ух ты! Зайчик! Зайчик с песенками! Класс! Эми как раз любит все вот это музыкальное. Слушай, тут батарейки нужны. Скорее всего, надо будет сейчас это откуда-нибудь их взять. Даже дай. Батарейки были в наборе. Сейчас надо просто вытащить. Сейчас, Эми, подожди. Сейчас мы их получше ставим. Стой. Ух ты! Я не думала, что этот влог закончится так. Просто посмотрите на мой глаз. Вчера вечером Эми опять мне заехала в глаз. Причем в этот же. Хорошо, что у меня остались мази с прошлого раза. Я вот мажу. Мне так больно, это ужас. И причем я смотрю Катю и Ваню, блогеров. И буквально недавно Кате тоже заехала дочка в глаз сильно. И я еще тогда вспоминала эту боль, думаю, боже, как ей неприятно сейчас. Скорейшего ей выздоровления. И она, кстати, так быстро поправилась. Ну, они там сразу к доктору обратились. Вот. И буквально вчера вечером Эми мне заезжает в глаз. И Сережа сейчас шутит, что я за год здоровая, не знаю, наверное, месяца два. Все остальное время я болею вместе с Эми. Или вот. Или Эми меня калечит. Если Эми болеет, то я болею. Если Эми меня калечит, вот, пожалуйста. Короче, это какой-то ужас. Ладно, в любом случае, все пройдет, и самое лучшее нас ждет впереди, поэтому я думаю, что, возможно, в следующем влоге мы уже будем собирать с вами коробки на переезд.